Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист «Английский язык до автоматизма с нуля до уровня Advanced». И мы с вами двигаемся дальше в рамках, соответственно, нашего плейлиста. Мы с вами, значит, продолжаем говорить про время past simple, простое прошедшее время, но с вами разбираем формы глагола to be, то есть глагол быть, а точнее формы его was или were. Значит, давайте с вами пройдем или вспомним, когда нужно управлять was, а когда were. С какими местоимениями? Соответственно, если I, he, she, it, совершенно верно, мы ставим с вами was. Если we, you, they, то тогда мы с вами употребляем were. Соответственно, я был, I was, он был, he was, она была, she was, это было, it was, и так далее. We were, мы были, you were, ты был, вы были, they were, они были. Итак, я был так счастлив, я был, переводим, I was так счастлив, so happy, I was so happy. Мы были правы. Мы были. We were. Правы. Right. We were right. Далее. Ты был с ними. Ты был. You were. С ними. With them. You were with them. Они были вместе. Они были. They were вместе. Together. They were together. Он был удивлен. Он был. He was удивлен. Surprised. He was surprised. Она была уставшей. Или она устала, если дословно она была уставшей. She was tired. She was tired. Это была очень важная деталь. Это была. It was. Очень важная деталь. A very important detail. It was a very important detail. То есть, видите, здесь все просто. Самое главное... Значит, знать, когда was, когда were. И, конечно, знать лексику, что мы сами и делаем, мы сами ее проходим. Итак, past simple was a were. I, he, she, it was. We, you, they were. I was so happy. We were right. You were with them. They were together. He was surprised. She was tired. It was a very important detail. И, соответственно, вот наша схема. Давайте с вами переведем некоторые другие предложения. Итак, я был удивлен. I was удивлен. Surprised. I was surprised. Я был уставшим. I was tired. И здесь же я был таким уставшим. I was so tired. Я был полон энергии. Я был полон. I was full of energy, energy. Мы с вами разбирали, полон чего-либо это full of. И также, надеюсь, вы понимаете, что окончание -ed не только у глаголов, не только у правильных глаголов в прошедшем времени. Соответственно, также -ed – это окончание у некоторых прилагательных, как здесь surprised, tired, тоже надо к этому привыкнуть. Далее, я был совершенно уверен. Я был, I was, совершенно уверен, absolutely, уверен, sure. I was absolutely sure.
Также, в принципе, возможно сказать I was absolutely certain. Это тоже допустимо. Но просто sure встречается гораздо чаще, поэтому мы с вами по умолчанию используем именно это слово. I was absolutely sure. Далее. Мы были рады видеть ее. Мы были рады. We were glad видеть ее. To see her. We were glad to see her. Это устойчивое выражение glad to see. Например, я был рад тебя видеть. I was glad to see you. Итак. Нам повезло. Значит, здесь такое выражение вести. Мы с вами разбирали. Be lucky. Если ему везет, мы говорим, соответственно, в настоящем времени he's lucky. Есть сокращенная форма. He is lucky. Соответственно, нам везет, мы скажем как? В этом случае. We are lucky. То есть, видите, we и форма to be. Соответственно, нам повезло. То же самое. Просто мы с вами употребляем прошедшую форму was или were. Что вот здесь с вами написали. И потом говорим, нам повезло. We were lucky. Итак, далее. Мы были действительно удивлены. Мы были. We were. Действительно. Really. Удивлены. Surprised. We were really surprised. Мы были против этого. Мы были. We were. Против этого. Against it. We were against it. Итак, I was surprised. I was so tight. I was full of energy. I was absolutely sure. Or I was absolutely certain. We were glad to see her. Be lucky. He's lucky. We are lucky. We were lucky. We were really surprised. We were against it. Итак, далее. Ты был слишком пессимистичен. Ты был. You were слишком too пессимистичен. Pessimistic. You were too pessimistic. Ты был очень оптимистичен. Ты был. You were очень оптимистичен. Very optimistic. You were very optimistic. Тебе повезло. Также мы используем, соответственно, то, что мы с вами разбирали. Значит, выражение be lucky. Если тебе везет, в настоящем времени мы с вами скажем you're lucky. Значит, в прошедшем времени, соответственно, тебе повезло. You were lucky. You were lucky. Далее. Они были очень опытными рабочими. Они были. They were. Очень опытными. Значит, опыт – это слово experience. Это опыт, а опытный – experienced. They were very experienced. Рабочие – workers. They were very experienced workers. Если мы хотим сказать работники, то это employees. Employees, то есть работники, сотрудники. Потому что workers – это больше, какой-то, больше физический труд. А employees – это любые работники. То есть employees – это просто более широкое. They were very experienced workers. They were very experienced employees. Они были в другом месте. Они были. They were в другом месте. In another месте place. They were in another place. Они были очень далеко. They were. Очень далеко. Very far. They were very far. You were too pessimistic. You were
Very optimistic. Be lucky. You are lucky. You were lucky. They were very experienced workers. They were very experienced employees. They were in another place. They were very far. Итак, двигаемся дальше. Следующее предложение. Он был очень талантлив. Он был. He was. Очень талантлив. Very talented. He was very talented. Он был горько разочарован. Он был. He was. Горько разочарован. Вспоминаем фразу. Bitterly. Disappointed. He was bitterly disappointed. Он был очень щедрым. Он был. He was. Очень щедрым. Very generous. He was very generous. Он был с ними. He was с ними. With them. He was with them. Она была очень застенчивой. Она была. She was. Очень застенчивой. Very shy. She was very shy. Она была действительно благодарна тебе. Она была. She was. Действительно благодарна. Really grateful. Тебе. To you. She was really grateful to you. Она была с нами. Она была. She was. С нами. With us. She was with us. Она была полна энтузиазма. Она была. She was. Полна энтузиазма. Full of. Enthusiasm. 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 She was full of enthusiasm. He was very talented. He was bitterly disappointed. He was very generous. He was with them. She was very shy. She was really grateful to you. She was with us. She was full of enthusiasm. И также предложение с it. Так, переводим. Это был такой скучный фильм. Это был. It was. Такой скучный фильм. Such a boring movie. Was such a boring movie. Также допустим слово film. По умолчанию используем слово movie. It was such a boring movie. Это был солнечный день. Это был. It was. Солнечный день. A sunny day. It was a sunny day. Это был дождливый день. It was. Дождливый день. A rainy day. It was a rainy day. Это было очень рискованно. It was very рискованно, risky. It was very risky. Это было так опасно. It was так опасно, so dangerous. It was so dangerous. Это был выдающийся результат. Это был. It was выдающийся результат. And outstanding. Результат. Result. It was an outstanding result. Итак. It was such a boring movie. It was a sunny day. It was a rainy day.
It was very risky. It was so dangerous. It was an outstanding result. Итак, друзья, мы отлично, мы с вами двигаемся далее по нашему плейлисту. Thank you.